Здравствуйте, дорогие мои друзья. Вот сейчас мне написали, что бубен шамана Никиту, который шел, так сказать, походом из Нижнего Новгорода в Москву, задержали, ну, так сказать, полицаи. Задержали полицаи. По какой-то причине, что, так сказать, здесь у них как бы часто воруют, и где-то сперли тележку. То есть, знаете, вот придраться, типа, дайте этот чек, наверное, на тележку. Если нету чека, она ворованная, да? То есть, друзья мои, как бы идти по своим дорогам вы можете, но, значит, вас, как говорится, задержат. То есть, причина простая. То есть, и не знаю, на его канале сейчас никакой информации нету. Но вот мне написали, что тележку его как бы везут на отдельной машине, его на отдельной. То есть, знаете, нечего милиции делать, конечно, полиции. То есть, как вот человека, который идет с тележкой, подозревает, значит, в воровстве. Да? Ну, друзья мои, как мы знаем, вместе с Никитой движется Дед Мороз, так сказать, соратник шамана. Но он шел, как говорится, так как он человек уже пожилой, они шли как бы немножко раздельно, Никита побыстрее, а Дед Мороз подальше. По поводу Деда Мороза неизвестно. Ну вот, Никиту задержали и, видимо, в ближайшее отделение. То есть поход его прервался. Временно или постоянно? Наверное, конечно, сейчас начнут что-нибудь там мытарить его, там придираться, пытаться там что-то такое запугать. Может быть, какие-то там ФСБшники беседу проведут, скажут, что дальше не иди, иначе мы тебе там это устроим тут козью морду. Скорее всего, так. А бабушка уже едет. Поэтому, друзья мои, бесчеловечно, совершенно бессовестно. То есть людям просто не дают высказать свое мнение. Видите, как они боятся. А вы говорили, что ничего не значит. Нет, значит. Значит, боятся народа, боятся воли народа. Поэтому надо знать всем и говорить всем, какие мерзавцы, просто другого слова нету. Знаете, когда нужно кого-то арестовывать, там, преступников искать, их нету. А тут две машины, два экипажа. Ну и там, наверное, сидят целая бригада ФСБшников, чтобы, так сказать, обрабатывать. Поддерживаем, друзья мои, следим за этим процессом. Очень интересно. Очень интересно. То есть власть вместо того, чтобы показывать какую-то свою работу, показывает вот эту глупость, мерзость, отсутствие профессионализма и совершеннейшее беззаконие. То есть вот своими действиями они показывают свою полнейшую некомпетентность. Полнейшую просто. И вот это пугает, что мы доверяем власть людям, которые, ну, абсолютно невменяемые, не могут отвечать ни за себя, ну и, естественно, ни за порядок, ни за нас. Беда, друзья мои, беда. Нужно как бы кадровые, очень резкие кадровые перестановки. С самого верха до самого низа. С контролем за этими службами. Жестким контролем. Все, друзья мои, пока.